Кто пришел сегодня поддержать нашу семью. Очень много было сказано хороших слов о моей маме. Даже, я думаю, те, кто не знал ее, они поняли, кто это, кем она была, что она сделала для нас, для детей, для родственников, для соседей, для друзей. Она была очень душевным человеком, честным, порядочным, ответственным, трудолюбивым. Она душу свою отдавала. Очень сильно переживала за своих братьев, за сестру. За последние несколько лет много чего произошло у нас. И она постоянно об этом говорила, постоянно звонила. Это звонки эти были каждый день. Она обзванивала всех родственников, друзей, соседей в Израиль, чтобы кому-то она не позвонила, кого-то она не поздравила. Она помнила все дни рождения внуков, правнуков, родственников, друзей, соседей. Она обязательно всех должна была поздравить. Обязательно сделать кейк, деньги, подарки. Каждый раз она что-то отправляла. Такого дня не было, вот дядя Бенчик добавляет, чтобы она не позвонила, не поздравила, не спросила, как дела, как ты себя чувствуешь, как здоровье. Очень сильно она переживала за своих братьев, особенно за дядю Мишу, конечно. Вот, за тетю Свету она сильно переживала.